пицца маргарита, тоненькая, сыр и помидорчики сверху. Очень вкусная. Вот что значит прибрежный городок. Смотрите. Мужчина прямо с пляжа и в супермаркет пришел. Всем привет. Мы сейчас возвращаемся с пляжа. Я выходила в прямой эфир на Инстаграм. Первый раз. Не знаю, как и что там получилось, но когда солнце ослепляет, почти ничего не видно. Но, по-моему, меня никто не спрашивал. Ничего, мне просто помахали несколько человек. Но это как бы мой первый опыт. Может быть, потом я буду выходить почаще в прямые эфиры и научусь их вести. Сейчас мы остановились возле банка. Альфредо пошел снять немножко денег из банкомата. И потому что к нам приехали гости. У нас сегодня будет ужин с друзьями. И мы хотим купить арустичини. В общем, это такие бараньи маленькие шашлычки. Специализация нашего региона, Абруццо. Очень вкусные. Мы уже заказали 35 штучек. И потом у нас еще будут разные закусочки, салаты, мороженое, напитки. В общем, в эту жару особенно кушать и не хочется, кстати. В общем, так. Такие дела. Ничего особенно нового у нас нет пока. Просто мы заняты с нашими гостями. Сейчас знаете, что делаю? Я поджарила баклажаны на гриле. И я их сейчас мариную. Значит, у меня тут вот растертый чеснок, вот даже видно. Немножко яблочного уксуса, немножко соевого соуса, немного оливкового масла, соль, перчик. И вот такой маринад. Немножко его готовишь, но немного, так, чтобы они не плавали, а так, чуть-чуть. Просто промазать. И на сутки в холодильник. Боже, какая это вкуснятина. Пальцы можно пооткусывать. Просто красота. Вкусно-вкусно. Такая закусочка простейшая. И потом эти, видите, эти ломтики очень мягкие. Их вот так можно скрутить и просто красиво подать на стол. Можно оливочку внутрь закрутить. Маслинку, помидорчик маленький. Или немножко сыра. В общем, на что фантазии уже хватит. Но главное, что вот эти баклажаны, приготовленные таким методом, очень вкусные. Очень. Просто пальчики оближешь. Вот так вот делюсь с вами. Это я уже второй раз готовлю. Один раз сделала, все слопали и еще попросили. Очень вкусно. Вот так я нафаршировала эти рулетики сыром, каперсами, оливками, там у меня целая смесь. И вот эти баклажанчики замаринованные. Вот так я оформила блюдо. Мы ждем гостей, поэтому я стараюсь как бы принарядить свои блюда. Вот так смотрится. Это очень вкусно. Привет всем! Я сейчас отвечу на несколько вопросов, которые мне девочки задавали. Сейчас прочитаю. Значит, Ольга Бухмак спрашивает меня. Ну, сначала она мне пишет очень приятные слова. Я ваша стародавняя подписчица, благодарю за ваш труд, смотрю с удовольствием. Люблю Италию, много раз бывала там в разных местах, и всегда приятно увидеть в этой стране наших людей. Так здорово, приятно читать эти слова, очень вдохновляют. А вопрос такой. Если это личное, можете не отвечать. Всегда было интересно происхождение вашего никнейма. На кореянку вы вроде не похожи. Спасибо заранее и жду новых видео. Не бросайте снимать, наверное, она имела в виду. Не бросайте вести свой канал. Ну, у меня пока такого желания не возникало, чтобы бросать. Хотя, вы знаете, иногда бывает, такие злые люди попадаются со злыми комментариями, что иногда думаешь, зачем мне все это надо, но это только на одну минутку.
Потом это быстренько все проходит. И я опять настраиваюсь на работу. Значит, происхождение моего никнейма. Вроде я на кореянку не похожа, но как-то получилось так, что как будто бы у меня какая-то корейская фамилия. Хочу сказать, что у меня и папа, и мама русские, и бабушки, дедушки, и насколько мне известно, прабабушки, прадедушки, все были русскими, по-моему. Только со стороны отца какие-то польские корни прослеживаются, но в далеком прошлом, и я в этом не уверена. А как получился у меня никнейм? Сначала, когда я зарегистрировалась в Гугле, на Ютубе здесь, то я поставила свою настоящую полную фамилию. Фамилия у меня чисто русская, оканчивается на букву А, а начинается на Ли. Друзья хорошие и мои родственники тоже сказали: зачем ты выкладываешь все так подробно? Я так подумала и думаю, оторву кусочек, и у меня будет Ли. И таким образом возник мой никнейм – Лена Ли. И я уже как-то к нему привыкла и срослась с ним, и менять пока не собираюсь. Никнейм возник очень просто. Это кусочек моей фамилии настоящей. Так вот. Надеюсь, я ответила на этот вопрос. Сейчас еще зачитаю. Подождите немножко. Сейчас тут был еще какой-то интересный. Мы же Серж и Кет. Они пишут: мы живем на Северном Кипре, тоже любим Италию, озеро Гарда. Бывали ли вы там? Нет, на озеро Гарда я не бывала, но я бывала на озере Комо. Это там тоже недалеко. Мы как-то ехали в Германию к детям через Швейцарию и проезжали через это озеро. И мы там останавливались в отеле, гуляли, кушали. В то время я еще не снимала на YouTube никакие видео, и у меня были только фото. Фото есть, воспоминания, я уже сделала слайд-шоу небольшой. Хотя это видео не популярно, но мне самой приятно его просматривать. Там красота неописуемая, там просто сказочные пейзажи. И там такой воздух чистый, и такие пейзажи, которые радуют глаз. И я всегда думала, как люди живут здесь, в этой сказке. Вот. И когда мы туда ехали, мы останавливались там, и когда мы ехали обратно, мы тоже там же останавливались. И вот только единственное, что мне не понравилось, там постоянные дожди почему-то. Вот туда ехали — дождь проливной, обратно ехали — дождь проливной. Только вот из-за этого. Но с другой стороны, так как у нас здесь на побережье очень жарко бывает, душно, то там насчет этого очень приятно, очень такая атмосфера свежая, влажная такая. Ну, даже трудно описать, но именно свежесть какую-то, бодрость дарит. Вот это мне понравилось. Ну, может быть, когда-то и до озера Гарда доедем. Значит, Зайтина Ибрагимова спрашивает, как вы попали в Италию, как нашли своего мужа. В общем, насчет этого всего есть видео уже. Если не забуду, поставлю ссылки вверху или внизу. Как я попала и как я нашла, я уже все объясняла на сайте знакомств, случайно получилось. Сначала он мне не понравился, но потом постепенно как-то понравился. Уже я поняла, что у нас так жарко, ужас. Поняла, что он для жизни неплохой человек. Я, конечно, ему устраивала разные проверочки. Проверки все прошел, можно сказать, на 5. И вот так, таким образом. И вообще, всю нашу историю я, в общем, уже снимала эти все ответы. Так. Света, Света, с большим удовольствием смотрю ваш канал. Спасибо за работу. У меня один вопрос. Вы счастливы? Такой вопрос, это как философский больше вопрос, потому что внутреннее состояние счастья, оно зависит
Именно от твоего состояния, как души, внутри себя, сердца. И для счастья много в жизни не надо. Я вот иногда у меня бывает как качели. Я иногда, особенно с наступлением менопаузы, чувствую себя иногда глубоко несчастной, а иногда очень счастливой. И все это моменты. Моменты. Увидела какие-то цветы, какой-то пейзаж, вдохнула ароматный воздух, поплавала на море. Вот оно уже и счастье. Какую-то вкусную еду поела, в общем. Из таких моментов, я думаю, и соткано счастье. Ну, в общей картине, в общем, можно сказать, что я счастлива. Все неплохо, все относительно у нас хорошо. Хотя бывают, конечно, какие-то проблемы, это естественно. У всех людей они бывают. Но они потом проходят, эти моменты, и все равно я чувствую, что я здесь как бы на своем месте уже, как нашла свое место. Так, в общем, про как нашла мужа, вот снимала. У меня много видео есть. А если даже нет каких-то видео, то вы можете прочитать комментарии. Меня много девочек уже спрашивают одни и те же вопросы часто за эти много лет. И иногда просто устаешь повторять. Прочитайте комментарии. Я под многими видео много что рассказываю о себе. Вот еще Хельга. Это, наверное, Ольга. Хельджида. По-моему, так. Помните, в каких-то ваших видео с вкусняшками кто-то вам писал, что нужно открыть пекарню с домашней выпечкой. Как вы эту идею? Хотите ли вы воплотить в жизнь? А, вот это Ольга подписывается с уважением, Ольга. Как вы все заметили, мне очень нравится готовить. Я просто чувствую себя каким-то художником, творцом. Я делаю это с наслаждением, с удовольствием, с радостью. И мне готовить очень нравится. Но я не думаю, что я хотела бы этим заняться в каких-то больших масштабах, в промышленных, чтобы без конца стоять на кухне. Это все-таки тяжелый труд. Это во-первых. Во-вторых, может быть, была бы я помоложе, может быть, я бы этим и занялась. Но как-то уже в моем возрасте я не ощущаю такой надобности, чтобы прямо кидаться в какой-то бизнес, что-то развивать. Ну, может быть, хотя я знаю вот эти сестры Симили, под 70, по-моему, они открыли свою школу все-таки здесь, в Италии. Они тоже очень любят готовить, печь, разную выпечку. У них много разных есть идей. И они открыли свою школу, выпустили книгу. Я не знаю, может быть, меня что-то и подтолкнет к этому. Может быть, я решусь на что-то такое. Но пока я к этому не подошла еще внутренне. Пока мне нравится вот именно видео снимать и радовать вас, может быть. Может быть, и кто-то не следует точным рецептам, так же, как и я, например. Я редко следую каким-то точным рецептам, но для меня важно вдохновение и сама идея, идея творить что-то. Вот это мне нравится. И если меня какая-то идея захватит, то я уже пошла, как говорится, пошла в разнос, начинают что-то готовить. И мой муж, как подопытный кролик, он должен все это попробовать, одобрить. А он часто, кстати, сопротивляется каким-то новым блюдам. Как вы знаете, итальянцы, они все любят традиции и очень за них держатся. И какие-то изменения в рецептах там или совершенно новые блюда, они частенько воспринимают в штыки. Но я вижу, что он за несколько лет уже смирился со мной, и все мои эксперименты он употребляет тоже, ест, и, по-моему, ему все нравится, так я думаю. Или он просто говорит, что вкусно. Вот, насчет этого. Ну и вот тут последние, почему глаза грустные, с чего вы взяли, что они грустные. Но я не думаю, что я какой-то паяц или петрушка,
всегда должна быть радостная, такая возбужденная какая-нибудь. Бывают люди, у людей грустные моменты, бывают радостные. Все это проходит как волнами, волнами по жизни. И ты не можешь быть как манекен, постоянно радостно пучить глазки. Иногда о чем-то задумаешься, иногда вспомнишь своих родных, может быть, особенно, которые ушли из моей, которые уже как покинули этот мир. Вот тогда и становится грустно из-за того, что ты их не видишь, это точно. Но потом это проходит, потому что это все-таки жизнь, и слишком зацикливаться на этом не будешь. Это все моменты какие-то единичные. А в общем, в общей сложности я могу сказать, что я довольна собой. И в общем, неплохая жизнь проходит. И довольно интересно еще. И благодаря вам, благодаря Ютубу, и благодаря тому, что я открыла канал, моя жизнь стала еще более насыщенной, еще более интересной, приятной. Я читаю ваши комментарии, я вижу ответную реакцию, и меня это еще больше вдохновляет не бросать, продолжать вести это дело. И, в общем, вот такие на сегодня пока вопросы. Если что-то еще интересует, задавайте. Но советую вам пересмотреть мои старые видео, плейлисты. В общем, там разное-разное есть, всячина. И я на много вопросов уже отвечала много раз. Если даже не в видео, то в комментариях точно я отвечала. Старалась, особенно первое время, я старалась на все комментарии отвечать. И, кстати, я сейчас тоже стараюсь это делать. Потому что я знаю, приятно даже хоть сердечко нажать, даже хоть что-то ответить человеку. И он почувствует от меня ответную волну, ответную реакцию. И ему тоже будет приятно. Ну, в общем, вот так. Ответила сегодня пока на эти вопросы, а следующие, когда накопятся, буду отвечать по мере поступления. До свидания всем и встретимся в новых видео.